Безопасный и комфортный отдых. В любимом многими поколениями муромлян лагере «Белый городок» кипит уборка. Загородную базу отдыха к новому сезону стали готовить одной из первых. Кроме того, совсем скоро здесь будет открыт еще один комфортабельный корпус более чем на 100 мест. Как идет подготовка «Белого городка» к летней оздоровительной кампании, наблюдала наша съемочная группа. Вековой лес загрустил. Без веселых детских голосов к их приезду в загородном лагере готовится основательно. Убирается прошлогодняя хвоя и листва, старые ветки, вырубается лишний кустарник. Один из важных вопросов – акарицидная обработка территории средствами против клещей. Наравне с мероприятиями по благоустройству территории мы заботимся о здоровье детей. Мы делаем все возможное, чтобы исключить наличие клещей на всей территории лагеря, а также 50 метров по периметру за территорией. Новый корпус, просторный, светлый, современный, к приему детворы начали готовить уже в апреле. Комфортным условиям проживания можно только позавидовать. Порядка 30 лет в нашем округе ничего подобного для летнего отдыха детей не возводилось. Трудимся с хорошим настроением. Убираемся. Хочется, чтобы тепло наших рук передалось ребятам, которые скоро сюда приедут. Во второй половине корпуса вывозят строительный мусор. По инициативе главы округа Муром Евгения Рычкова на завершение строительства, покупку мебели и необходимого оборудования выделено 5,5 миллионов рублей. В этом году при помощи администрации города Мурома мы будем вводить в эксплуатацию левое крыло вторую очередь. То есть это позволит нам увеличить посещаемость нашего лагеря более чем на 100 человек в смену. За лето в нашем лагере отдохнет более 1000 маленьких муромлян. В этом есть неоспоримый плюс. За счет увеличения мест администрация получит возможность в летний период приступить к ремонту других корпусов, которым уже по несколько десятков лет. Елена Петрова, Николай Молодёнов, новости Муром.